Добрий вечір від сім'ї Явицьких. Любчик. Вечір в хату. При параді. Доця на заднім фоні. А, там подаруночки. Значить, X-час настав, да? Да. Наконец-то все по гнездам. Вот так. А, у нас сегодня... Орлы стаями не летают. Запомнить, записать и выучить. Нас наконец-то сегодня пригласили красивая парочка Твикс у свое гнездо. Представляете? Хату сняли. Да? Сейчас будет вечер в хату. Нас пригласили на чашечку чая или кофе. На посмотреть, на презентовать, на поговорить и на поздравить. Да. Поэтому мы мчимо, мчимо. Любчик сказав, давай куплять тортик. Кажу, не надо тортик, мы подарки везем. Нет, Любчик сказав, давай тортик. Кажу, я чай и голенький попью с удовольствием. Мы поужинали плотно вообще-то. Любчик сказал тортик. И я как покорная жена... Сказала купляй. Только покорилась, повиновалась. И дай Бог мені не об'їстись этим тортиком. Потому что я в последнее время щось уже в камеру не влажу. Честное слово. Це як смотрю видео, прямо аж обнять и плакать хочется себя. Ну ничего. У меня, знаете, вот так периодами. Меня то накрывает, то попускает. Так что еще чуть-чуть, и Валентина опять сядет на диету. Ну а пока мы едем в гости на оглядины, новой хаты наших молодых. Вот так Валентина сказала. Красиво, Любчик? Красиво. Красиво. Вечер в хату. А жінка в курсі, що гості у тебе? По приколу. Боже, а почему у вас так темно? У вас романтик? Я не люблю свет. Соня, ты не ню? Тебя можно снимать? Да вон она. Боже, ой, тут еще... Боже, о боже, хозяюшка. Вы не против съемок, не? Ой, какая красивая, Любчик. Включите свет, у меня ничего не видно. На 5 сек. Ой, как красиво, необычная такая-то, да? Планировка необычная. Это однушечка, однушечка. Ой, Любчик, давай, уже поздравим и все. Давай. Доця. Уже. Боже, леди, дивіться. Це красота. А, я повезло. Так, вставайте. Доця, держи. Да. Мы вас поздравляем с... Наконец-то с... Мы вас поздравляем с, наконец-то, с осевшим в гнезде. Все должны быть по гнездам, как ты сказал? Орлы стаями не летают. Вот так, у каждого орла должна быть свое гнездо. Все. Значит, маленький подарочки на новоселье. Чтоб, нет, чтоб, вот я готовила. Аня, как там, никаких? Спасра! Чтоб дома їжу готовила, поняла? Короткий провірений, да. Офігенний. А это богемское стекло добытчику, чтоб добывал мамонтов, а вечерком попивал сачок. Вот так, все. И тортик где-то там был еще. Мы за вас рады. Молодцы. Спасибо. Вам большего сейчас и не надо. Конечно. Уютное гнездышко, все. И просторно, гля, никаких перегородок, ну. Ну? Как это называется? Студия, да, квартира? Да. Прикольно. Больше и не надо. Боже, как это необычно. Мы в гостях у молодых, ну. Бодик and София, ну. Любчик, мы могли это представить, что мы будем уже такими дядями и тетями ходить по гостях, ну. Любчик. Смотри, какая самая, да? Это жена. Новая? У вас теперь все будет новое, понимаешь? Это чистый кайф, когда надо все куплять, и все будет новое, ну. И цветошки стоят, видите? Сирень, ну. Ах, какая прелесть. И Мишка. И, кажу, Соне цветов не хватает. Она говорит, да, хочу цветы, хочу эти деревья, высокие напольные цветы. Не надо нам блинчики.
Значит, молодая жена кормит молодого мужа. Ну, это ли не сказка, Соня? Молодец. Чтоб готовила їсти дома сама, без всяких там спа, сра, піц, суші. От так, настояща чоловіча їда. От так. Любчик, я правильно говорю? Наверное. В смысле, наверное. Ти що? Ти сьогодні отбивний їв? Ні, з спагеттями. І сьогодні. Доїдав. А, ну да. Так, у нас чай піце, маленьке застолье, красиве мероприятие. Ну, нам потом фоточку надо будет общую. Ну вот и все. Мы отбили в гостях. Нам все сподобалось. Маленькое гнездышко в центре города. Ну, они его облагородят, обовьют. И будет вообще шикардосик. Любчик. Тобі все подобалось? Все. Душа? Ой, нас обганяють. Та флаг йому в руки. Душа спокійна. У всіх є гнізда. Хай так і буде. От так. Тепер хай шуршать, зарабатують і покривають всі свої розходи і хотілки. От так. А ми з Любчиком будемо тихо радуватися і... И приезжали в гости, да, без приглашения, да, Любчик? На кафе, Валентина, буду в центре города, буду ходить на кафе. Все, у молодежи снята квартира, молодежь живет отдельно, вся молодежь живет отдельно, все счастливы, живы и здоровы, хай так и будет. Мы едем додому с Любчиком в свое гнездо. Вам желаем прекрасного вечера, хорошего